Привет, я Кристина. Я Лиза. Мы участвовали в конкурсе «Лицо года ЕС» и выиграли премию «Мисс Модель». Мы находимся в предвкушении и очень надеемся, что наша карьера пойдет вверх. Вот такие люди нам интересны. Не всегда классическая красота, она дает возможность стать моделью. Они иногда бывают больше конкурсными девочками. А вот такие, как Лиза, нам интересны. Вот эти очень хорошие. Самые лучшие фотки, когда они не накрашены. Ну ты такая, знаешь, как накрашенный ребенок. Поэтому, когда у тебя чистые вот глаза, тебе очень идет, на самом деле. Все прошло идеально, кроме одного «но». Нам сказали худеть. Да, худеть, худеть, еще раз худеть. Но, думаю, мы с этим справимся.